В 10:45 вы должны все быть красивые и нарядные на стадионе Центральный, для того, чтобы каждый получил свою табличку, с которой вы будете стоять. Вопросы есть? Не знаю, нет еще. О, там слово. Ну, литературная композиция в исполнении учащихся школы номер 15. Праздничный флаг в небеса поднимая, входит на площадь 9 мая. Город в парадную форму одет. Даже у солнца торжественный цвет. Этот святой героический праздник поровну делят прадед и правнук. Так, ребят, 10:45 стадион. Воинов хочет обнять вся страна с гордостью, глядя на их ордена. За парад вы свободны, до построения. Наших полков не проскнеет во веки. Всем полководцам и всем рядовым. Праздничный флаг в небеса поднимает. Входит на площадь. Вернем немного. Все понятно, да. Красивые, нарядные. И ушедших от нас минутой молчания. Прадед и правнук, воинов